Всем привет! У нас плюсовая температура, на улице прям теплый воздух и, блядь, просто офигенно. И сейчас я хочу, поскольку тает снег, побросать собаке снежки, ну и посмотреть, будет она там подпрыгивать прикольно за ними, ловить их. Ну, вроде она заряжена на игру, хочет играть. Тем более она меня сегодня на улицу вытащила раньше обычного. Она прям хотела гулять, аж рвалась. Лапы на дверь ставила. И не в смысле она в туалет хотела, а именно вот погулять, потому что погода кайфовая. Вон там чьи-то следы, либо птица, либо кролик, она вот учуяла. Идет по следу. В принципе, тут нормально. Уже можно взять. Пойдем вперед. Блин, тут как-то неудобно я стал. Там вон дальше пустырь. Начинает прыгать. Гляньте, вот это было прикольно. Главное, снежки большие не делать, чтобы она не замерзла, то снег все равно холодный. Молодец! Во, вот это было прикольно. Получше, получше. Чё, хорош? Все, давай последний раз и хватит. И пойдем прогуляемся.